Американская ракета поразила совершающий бесконтрольный сход с орбиты спутник-шпион. Об этом сообщили в Пентагоне. Уничтожение спутника, по данным Министерства обороны США, было необходимо провести как можно скорее из опасений, что его падение на Землю приведет к гибели людей. На борту спутника находилось почти полтонны высокотоксичного топлива. Перед ВМС США изначально была поставлена задача постараться уничтожить спутник US-193 в период 29 февраля, поскольку потом аппарат войдет в плотные слои атмосферы. По итогам операции, проведенной этим утром, ракета, запущенная с крейсера в Тихом океане, поразила бесконтрольный аппарат на высоте примерно в 250 километров. Эти кадры были продемонстрированы журналистам на специальной пресс-конференции. По данным представителей американского военного ведомства, окончательно убедиться в том, уничтожен бак или нет, удастся в ближайшие сутки двое. За ситуацией вокруг спутника внимательно следят и в России. Это летательный аппарат, который по той же причине технически неисправен и подлежит ликвидации. Поэтому Российская Федерация в этом случае ничего не угрожала. Траектория через нашу территорию не была расположена, она в основном океанская. Поэтому здесь не ставилось нам таких задач по нейтрализации. Это была задача самих Соединенных Штатов.